В сквере театра драмы открылся памятник Олегу Янковскому. В присутствии множества саратовцев и при участии знаменитых коллег скульптура авторства Андрея Щербакова была явлена миру. Это первый в России памятник артисту. Олег Янковский, хоть и родился не в Саратове, провел в нашем городе значительную часть жизни. Он учился в Саратовском театральном училище и в общей сложности 14 лет служил в театре драмы. На саратовской сцене он сыграл более чем в 10 спектаклях, среди которых выделяют «Идиот» и «Стакан воды». В церемонии открытия памятника приняли участие народные артисты: Олег Табаков, Евгений Миронов, Ирина Купченко, Ольга Остроумова, Григорий Редаков, Рима Белякова. Официальные лица, которых в парке Янковского в этот час было в избытке, к их чести никакой роли на себя не взяли и присутствовали в качестве рядовых зрителей. Олег Табаков зачитал письмо сына Янковского Филиппа, обращенное к саратовцам и подписанное всеми членами семьи артиста. Дорогие друзья, сердечно благодарю вас за сохранение памяти о моем отце. Я хочу сказать отдельное спасибо людям, которые проявили инициативу и решили установить памятник Олегу Янковскому рядом с театром, где начинался его творческий путь в городе, с которым связаны его молодые годы и яркие воспоминания. Когда не без приключений полог, скрывавший скульптуру, был снят, перед саратовцами предстал Олег Янковский в образе из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. Художественный руководитель театра драмы имени Шлонова Григорий Редаков считает, что значение установки памятника очень велико. Он рассматривает это событие в широком историческом и культурном контексте. Открытие памятника Олегу Ивановичу Янковскому имеет огромное значение. Единственное, что остается после человеков или и человечества, это культура. Ну, архитектура как высочайшее проявление, живопись, литература и так далее. Но актерский труд, который непосредственно воздействует на чувства человека в момент своего творчества, тоже остается, может быть, незаметно, может быть, потихонечку, может быть, человек сам не осознает, кому он обязан, кроме родителей, теми искрами добра, теплоты и человечности. Так вот это театру и артистам. Скульптор Андрей Щербаков был главным героем на празднике в сквере драмы. Многие рядовые горожане не стеснялись в выражении чувств признательности и восхищения скульптору. Идея сюжетного решения памятника пришла к Щербакову сразу. Жизненно очень вот запоминающе. Вот я вот... Давайте, да, ваше мнение. Да, мое мнение. Я почему-то представлял, что именно вот так вот все и будет. Но так, как художник изобразил, так никто не изобразит. Очень здорово. Очень. Просто слов нет, но очень здорово. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Сразу. То есть, когда еще я начинал работать над мемориальной доской, и, в общем-то, был соблазн сделать там барона Мюнхгаузена. Ну, в общем-то, мы удержались, и я думаю, что хорошо, потому что, как бы, второе повторение бы, наверное, это было бы неинтересно. Образ Мюнхгаузена Андрей Щербаков считает очень актуальным и трактует его в русле близкой себе темы взаимоотношений художника и отвергающего его общество. Олег Янковский внес в этот образ нечто такое глобальное, какой-то вот трагизм, что ли, да, нотку трагизма, да, в это во все. И вот то, что он покинул нас, и вот то, что барон Мюнхгаузен уходит вверх по лестнице, то есть вот это как бы все совпало. И, ну, так скажем, является таким, ну, мощным таким психологическим вот, моментом. Трагедия художника, непонимание художника, артиста людьми другими. То есть это всегда так было. Впрочем, нужно заметить, что каждый, кто помнит сюжет пьесы Григория Горина, может увидеть в бароне Мюнхгаузене, уходящем в небо из города, погрявшего во лжи и административном абсурде, символ большего нравственного и общественно-политического значения. Так это или иначе, но всем саратовцам с этого дня станет ближе завет героя Олега Янковского из знаменитого фильма. Я понял, в чем ваша беда, вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.